Молодые госслужащие Якутии впервые официально приняли присягу. Церемонию провели в госкомзакупках. Несмотря на то, что ведомство появилось в республике относительно недавно, традиции наставничества и посвящения в сотрудники для них не в новинку. Однако в официальной форме мероприятие прошло впервые. Молодые специалисты получили наставление от старших коллег и принесли присягу верности своему делу и честного ношения звания государственного служащего. В скором времени посвящать молодых работников начнут и в других государственных структурах. Это связано с принятием руководителем региона кодекса госслужащего, который регламентирует этические нормы работников государственных ведомств. Они в своей работе будут уже подходить ответственно, с учетом того, что сегодня еще приняли присягу. Присяга такая, это уже как бы обязывает уже быть им ответственными, знать свою работу, свои должности и обязанности, постоянно самосовершенствоваться и повышать свою квалификацию, чтобы быть эффективным специалистом, высококвалифицированным для служения своей республике и в целом России.